Вот и опять начинает уже на самом крайнем, ёпта, делении. Сейчас прибавишь, будет пищать. Убавляешь, уже начинает опять пищать. У меня тогда было то, что батарейки сдохли, а здесь видишь полная. Я не знаю, что еще именно. Начинает пищать. Сейчас запищит и на однёрке, наверное. Блин, заебал уже. Друзья, добрый день. Как вы уже поняли из начала видео, у меня сломался металлоискатель. Вот. Металлоискателю, ну, чуть больше года. Гарантия на металлоискатель 2 года. То есть я сейчас собрал все документы, все бумажки, в общем. Вот он, металлоискатель. Сейчас я пойду, то есть, разговаривать. Это уже не первая, кстати, поломочка у этого аппарата. Вот. Сейчас я схожу. Все разузнаю, как что будет, и будем дальше выяснять. В общем, друзья, моей радости нет предела, а компания Гаррет меня вновь порадовало. Мне вновь поменяли блок. Мне поставили новый блок опять. То есть металлоискатель говорит из новой партии. Уже, ну, уже говорит, точно не будет никаких таких проблем. Вот, то есть можете меня поздравить. Теперь мы будем искать золото. Надеюсь, металлоискатель меня больше не подведет. Катушку меня проверили. Катушка тоже в отличном состоянии. То есть никаких проблем не было. Вот. Вердикт. Что-то с электроникой. Блок по гарантии мне поменяли. То есть это уже второй блок, который мне меняют и не меняли. До этого, то есть, до этого проблема была какая? Я ездил в Дзержинский, то есть на карьер Дзержинский в Люберце. В Люберецком районе, точнее. Вот. И там я, ну, буквально по берегу ходил, воды где-то по пояс было. У меня протек блок. Это был первый гарантийный случай. То есть я приехал тоже, ну, расстроен, считай. 20 дней только прошло, как я металлоискатель купил. Вот. И было обидно, если просто мне этот 50 тысяч, ну не 50, 49, 450 я брал металлоискатель, это было в том году, это был полный комплект, то есть и пинпоинтер, и наушники беспроводные, все подключается к наушникам, то есть и блок подключается к наушникам, и все, то есть они через Bluetooth, можно сказать, как они там называются, не помню, как-то Link, The Link, по-моему. Так, безопасность превыше всего. Стегиваемся и поехали дальше. В общем, друзья, металлоискатель мы сделали. Спасибо компании Гаррет. Будем работать дальше. Сейчас посмотрим. В ближайшее время съезжу куда-то, покопаем. Может быть, пока еще снег не выпал. В ближайшее время снег еще не передают. Слава богу. Благо только сентябрь. Вот, и металлоискатель наш снова встаю. Я не могу передать вам всю свою радость. Это не описать словами, не передать взглядом. Я пока сидел, друзья, я думал и ждал, что ж они мне сейчас выйдут и скажут, какой вердикт мне предъявят, просто скажут. Вот, металлоискатель никто не разбирал, мой старый, то есть... Ну, они мне, то есть, говорили, поменяли блок, то есть, на новый, опять же, и на этом блоке, то есть, остался серийный номер тот, который у меня был на первом блоке. Так, они его просто переклеили, судя по всему, и все хорошо. Металлоискателем я как бы особо редко пользовался, вот, но пользовался. И что самое интересное, друзья, то есть, с металлоискателем по воде я... В этом году ходил один раз, но даже перед тем, как я начал ходить в этом году,
То есть он у меня просто полежал тупо дома, я не знаю, что с ним случилось, вот он у меня раз резко и завис, начал сам по себе, короче, издавать посторонние звуки, которых не должно было быть. Вот здесь вот производится ремонт по гарантии, то есть я меня сейчас спросил, когда я заходил, то есть там не только по гарантии, там и просто привозят металлоискатели на ремонт. Он, я зашел, когда меня первым делом спросили по гарантии или так. Я сказал по гарантии, как у меня еще год гарантичный. То есть если у меня в течение этого года до июля месяца опять что-то пойдет не так, я могу приехать смело и опять поменять блок. Но я надеюсь, такого не будет. Как бы даже блок из новой партии, как он сказал, товарищ. Мужик, кстати, нормальный, адекватный. Все, говорит, посмотрели, все хорошо. Никаких вопросов, ничего не предъявляли, ничего нигде не сказали лишнего. Просто взяли, поменяли блок, проверили катушку на исправность. Все хорошо, все нормально. Вот, можете спать спокойно, говорит. Все исправно, все отлично. У меня все, бумаги прибавляются и прибавляются. Вот у меня там вот. Вот это мне сейчас дали, там еще бумажки. Короче, когда я приезжал в тот раз, там еще бумажки. Вот. В общем, друзья, такие вот пирожки волшебные. Сейчас вот я еду здесь. Ну, это, в общем, в районе Ватутиных, по-моему, в Троицком. Ватутинках, вот за Ватутинками, то есть вот здесь в сторону Первомайского поселения. В общем, в сторону Киевки, через Ватутинки, то есть я еду, и получается попадаю вот сюда, в техцентр города. В общем, друзья, в принципе, я еще не пожалел то, что я купил металлоискатель за 50 тысяч, грубо говоря, без 650 рублей. Даже пятерка без 550 рублей. Как бы ремонт, все такое приветствуется. Ребят, которых я его ремонтировал. Так что вот такие дела. Оставайтесь с нами, смотрите наши видео, делитесь и будьте здоровы. Будем пробовать копать, будем пробовать искать, использовать металлоискатель. Ну, в данном времени, скорее всего, в этом году еще буду использовать металлоискатель, то есть немного позже. Поеду в Воронежскую область, там есть некий пруд, некие озера, речки, то есть там пляжи еще царских времен, ни разу не копанные, не хоженные, нигде там никто не был. Вот. Нужно будет посетить эти места. Гидрокостюм у меня есть 7 мм, я в нем даже в минус 2 погружался. Вообще никаких проблем не было, даже не было холодно, ни малейшего судорога не словил. То есть все, что мне нужно, у меня есть. У меня даже скуп где-то валяется там. Я его, по-моему, в Воронеже оставил, потому что здесь, в Московской области, я редко выезжаю, так как у меня и семья здесь, и работа, и как бы времяпровождение у меня не так мало. Так, точнее, много времени свободного, поэтому мне как бы особо некогда. Это у меня металлоискатель, он уже где-то с месяц, я уже знаю то, что было у меня сломано. Ну, то есть не сломано, а неисправность какая-то в электрике, как мне сказали, была. Вот. В течение месяца, то есть у меня металлоискатель лежал, просто мне было некогда, на самом деле, вообще некогда. Там я туда поехал, сюда поехал, а на поиски у меня не было времени. Ну, сейчас, я думаю, найдется время по осени. Съездим, ребят, покопаем. Все самое интересное будем показывать на камеру. А все самое неинтересное на камеру показывать не будем. Так что, друзья, будем делать контент. Будем стараться делать. От вас мне нужно только поддержка, подписка, колокольчик и палец вверх.